Добрый день, милые дамы, уважаемые господа. С вами Светлана Амельян. В этом видео я расскажу, как сделать репост в Инстаграме. Для того, чтобы сделать репост в Инстаграме, мы заходим в панель управления нашего телефона и выбираем программу для репостов. Если программа у вас не установлена, то вам нужно зайти в Google Play и оттуда сделать выборку. Например, репост Instagram. И Google Play предложит вам несколько программ, которые выполняют эту функцию. Функцию выполняют они одну, но несколько по-другому и с разными возможностями. Я покажу ту, которую использую я. Выбираем эту программу, нажимаем «Скачать», идет скачивание, программа установилась. Активизируем ее, программа на телефон установилась. Теперь, чтобы сделать репост любого поста, который мы хотим, нам нужно скопировать ссылку. Нажимаем на три точки в верхней части изображения и идем в панель управления нашего телефона, выбираем программу для репостов. Нажимаем ее, запускаем, и сразу же появляется панель, на которой написано «Репост» и картинка поста, который мы сделали. Нажимаем. В качестве новой публикации появляется картинка, которую вы хотите сделать репост. Если изображение в посте, репост, который мы хотим сделать, было квадратным, то мы увидим его квадрат. В данном случае изображение не квадратное, поэтому оно представляется в виде квадратного фрагмента. И мы имеем возможность его изменить, его размер, либо растянуть, либо уменьшить, но я рекомендую оставлять метку о том, что это репост. И в этом случае внизу вашего изображения видно, что это репост, из какого аккаунта это сделано. Нажимаем на стрелочку и попадаем на вкладку, на которой можно изменить цветовую палитру этого изображения. И у нас появляется возможность внести какой-то текст в этот пост. То есть мы можем написать какой-то свой комментарий и также вставить сюда ссылочку на репост. Нажимая на поле, на чистое поле рядом с аватаром, у нас появляется вкладка, в которой выделена надпись «Вставить». Нажимаю сюда и вставляю свою надпись, которая была скопирована в буфер обмена. И в этом случае у нас вот здесь появляется все то, что было написано в посте, репост, которого мы делаем. И кроме этого, ссылочка на аккаунт, с которым мы сделали репост. Мы можем здесь дополнить какими-то своими словами, чуть выше репоста, либо внести изменения в эту надпись. Я не рекомендую это делать, потому что в этом случае это уже не репост, а это уже какой-то собственный текст с применением картинки из другого аккаунта. Нажимаем «Поделиться», и эта запись появляется на вашей странице с пометкой, что это репост. И показано, с какого аккаунта. И с точности повторяет тот текст, который был на том аккаунте, с которого вы сделали этот репост. Я надеюсь, это коротенькое видео поможет вам в дальнейшем делать репосты интересных постов, которые вы найдете в Инстаграме. Если вам понравилось, подписывайтесь на наш канал и следите за нашими обновлениями.